Вкусно и просто, а главное, подойдет ко всем блюдам, салат из огурцов с горчицей и маслом на зиму. Простой и легкий в приготовлении рецепт. Берите на заметку. Салат из огурцов с горчицей и маслом на зиму приготовить довольно просто, он получается пикантным и оригинальным. Вкус салата понравится многим, огурцы выходят слегка кисло-сладкими. Для рецепта выбирайте молодые огурцы, небольшого размера. Маринад будет слегка мутным, не переживайте, это из-за горчичного порошка. Подавать огурцы к столу можно с любыми блюдами. Выход заготовки, 2 банки по 0,5 литра. Огурцы 2 килограмма. Растительное масло, 125 мл. Уксус 9%, 125 мл. Сахар, 100 грамм. Соль, 1 столовая ложка. Горчичный порошок, 1 столовая ложка. Количество порций, 4. Подготовьте ингредиенты. Огурцы вымойте и просушите, удалите концы с обеих сторон. Нарежьте огурцы пластинами или кружочками. Добавьте к огурцам соль и сахар, всыпьте горчичный порошок. Добавьте к огурцам масло и уксус. Перемешайте все компоненты и оставьте огурцы на 4 часа в покое. Спустя время проварите огурцы 5 минут. Разложите салат по стерильным банкам и тут же закатайте. Поставьте дном вверх и укройте одеялом. Спустя сутки перенесите салат в кладовку. Приятного аппетита!